февраля на Красной площади состоится турнир по кёрлингу среди студентов. Изначально у нас должно было быть 8 команд, но заявилось у нас больше, и мы решили допустить всех. Всего у нас получилось 12 команд. Мы решили их разбить на 3 группы, по 4 команды в каждой. Сейчас мы с вами проведем жеребьевку среди всех команд. Так. Группа А, индекс А1, ВШЛ. Группа Б, индекс B1, МЭИ. Группа С, индекс C1, финансовый университет 2. РХТУ, группа А, индекс А2.